Я не раз на этом турнире становился третьим. Я помню, как я помню, 4 раза. 2 раза в турнире становился вторым. Я своим друзьям когда-то обещал, что я когда-нибудь этот турнир я выиграю. И вот этот шанс предоставил мне судьбу. Юбилейный турнир выиграть. Я очень рад, что я выиграл его. На всех, как обычно, настраиваюсь, да. Только на победу, да. Другого у нас быть не может. Но соперник очень хороший, да, вы сами знаете. Неоднократный призер мира. На Олимпийских играх участник. Огромная поддержка зрителя, она придавала сил, наверное, сельчане. Конечно, придавала. Я же знал, что мне сельчане, близкие друзья за меня очень сильно болеют. И, конечно, меня она очень мотивировала. Из-за этого столько эмоций выплеснул, да, когда после победы. А в схватке в финале я об этом примерно. Ты его планировал, или это все планировал, да, спонтанно получилось. И первый раз, первые схватки тоже спонтанно получилось. Здесь тоже спонтанно получилось. Так. Так, момент поймался, да, как она пошла, да. Все, твои дальнейшие планы сейчас? Дальнейшие планы. Месяц Рамазана буду в разу держать. И после Рамазана я, наверное, планы буду готовиться к лицензионному чемпионату мира.